чого ти ще карательний отряд був. Во время войны, что были эсэсовцы, что были полицаями. Вот эти, что сейчас у нас заняты. Так они зараз, да? Да. Как они были родители? Это сейчас для власти. Их дети, ну это они в крови. Меня там считают внуком за то, что он победу забрал. Ага. Так они и вас жили? Родители, за океан. А остальные же, ты не полетаешь до океана, а остальные остались. И они вот отомстают. А их не власть. Их не власть, а не власть. Они давали войну. Их не власть, чего они бьют. Так как они напали? Вы стояли, да, вдвох, да? Мы возле облиска Слави сами. Они тут напали, так мы будем до облиска Слави. А сами возле банка. Они туда хватили портрет у вагоня. Побили и наш вогонь. Я скользнулась, я тебя не опеклася, вихватила портрет. Так вони вас кидали? Був священник, да, да. Отец Роман із Хотова. Із Хотова. Фотографировав, відділ, як нас били. А тоді нас за нас, оця поліція сиділа до лампу і держали до кустами. Пока ми прийшла наша власть. Красный ходом раз пришли у нас все. Витренко и все пришли ко мне. А потом другой раз подбегали. Подбегали, да? Ну, того поймали. Сюда. И сюда же. Все сюда. Возьми котелок, а она мне не дает. За котелок. Она мне копейки не дает. Я не дала. Я тоже. Все. 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 Все.